Лукреций. Тит Лукреций Кар. Это древнеримский философ и поэт, просветитель, один из крупнейших представителей античного атомистического материализма. Родился около 99 года, умер в 55 году до нашей эры. Сведений о жизни Лукреция почти не сохранилось. До наших дней дошла философская поэма Лукреция о природе вещей. Эта поэма написана в стихах и состоит из 6 книг, в которых излагается атомистическая теория строения мира. Приводятся рассуждения о строении человеческой души и тела человека, излагается история развития человеческого рода от дикости до цивилизованного общества, а также рассматривается вопрос о происхождении религии. Лукреций – последователь Демокрита и Эпикура. Все его рассуждения строятся на атомистическом принципе строения мира. По Лукрецию все вещи возникают из первичных телец, и на них же распадаются после своей гибели. Лукреций был противником религиозных и мифологических объяснений возникновения жизни. Громадное значение в переходе от дикости к человеческой культуре он придавал 3 открытиям – использованию огня, постройки жилищ, использованию звериных шкур в качестве одежды. Согласно древним историкам, Лукреций лишил себя жизни, бросившись на меч. Поэма «Лукреция», на долгое время забытая, была переведена и издана в 1563 году. Труд Лукреция стал значительной основой для развития материализма в XVII-XVIII веках.